В зависимости от другого человека. Вот хорошо это или плохо? Ну, сначала звучит вообще драматично. Зависимость от другого человека. Ну, как бы, вот нету свободы внутренней, что ли, нету возможности как-то жить своей жизнью, да, потому что ты зависим от другого человека. Потом разные эти зависимости бывают. Материальные, отвратительно, неприятно быть от другого финансово зависимым. Можно быть эмоционально зависимым, тоже неприятно, потому что тут как бы все тебе играют на твоих нервах там, и так далее. Но вот все ли так однозначно? Может быть, есть другой взгляд на этот вопрос? Представьте, что от вас независимые ваши родители. Вот вообще им в тетрадь, так сказать, наплевать. И совершенно неинтересно. Близкие люди, там, друзья, они совершенно от вас независимы. Что у вас там, как у вас там, они независимые. Да? Вторая половина ваша от вас независима. Она говорит, что там, тук, ай, гори огнем, да, у меня тут свобода, так сказать, драйв внутренний, а ты что там, неинтересно. Ну, как вы думаете, вот зависимость это от другого человека, вот реально ужас какой-то, или, может быть, в этом какой-то смысл, может быть? Обсудите в комментариях.